тех пор, как я вернулся из Тяньшуй, ты все звал меня выпить вина. Я виноват перед тобой. Я правда не понимаю. Теперь он мертв. Почему управление не нашло для него достойное место? Ляо Хуэй был сиротой. В его жизни было немного счастья. И в конце концов он погиб от рук злодея. Злодей? О ком вы говорите? Машен солгал. Дождь размыл дорогу в Юэчэн. Там затор на 10 миль. Не объехать, не обойти. Чтобы вернуться в Наньчжэн из Юэчэна, надо сделать крюк через долину Цинши. И это займет около 3 дней. Вы уверены, глава? Но опять же, у нас нет никаких доказательств. Хватит одного сомнительного момента. Доказательства появятся сами собой. Когда приедем туда, веди себя как обычно. Не загоняй его в угол. Хорошо. Доедай быстрее. Мертв. Самоубийство? Слишком большое совпадение. Ляо Хуэй только что умер, теперь и Машен тоже. Убили как свидетеля. Дело по поиску шпиона Вэй Джулуна неожиданно стало внутриполитическим конфликтом.